Трое дорожных рабочих оказались под колесами автомобиля на Павловском тракте. ДТП произошло утром перед перекрестком на Новомихайловское кладбище. Как сообщают в пресс-службе Барнаульской ГИБДД, водитель 76-го года рождения, управляя автомобилем «Рено», наехал на троих дорожников, затем врезался в грузовик, который стоял неподалеку. От травм один из рабочих скончался на месте, другим понадобилась медицинская помощь. Одного из пострадавших госпитализировали. На месте работали инспекторы ГИБДД, бригады скорой помощи и МЧС. По факту ДТП проводится проверка.